Всем привет! Сегодня готовим гречку по-купечески с индейкой. Для этого одну большую луковицу нарезаем кубиком. Одну большую морковь натираем на крупной терке. Гречку я заранее хорошо промыла. Первый раз я ее заливаю кипятком, второй и третий раз я промываю ее холодной водой. В казан вливаем 2-3 столовые ложки растительного масла и выкладываем туда порезанное кусочками филе индейки. Протушиваем в течение 3-4 минут до испарения влаги. Добавляем 1 столовую ложку топленого жира. Его можно заменить на сало, либо на подсолнечное масло. Добавляем специи по вкусу. У меня по 1 чайной ложке мускатный орех, сумах, хмели-сунели, копченая паприка, сушеный чеснок. Затем добавляем лук и морковь, все хорошо перемешиваем, вливаем немного воды и протушиваем в течение 5 минут до мягкости. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. После этого в казан засыпаем 400 грамм промытой гречки, добавляем 2 лавровых листа и вливаем 800 миллилитров кипятка. Солим по вкусу, хорошо перемешиваем и готовим на сильном огне до закипания. Как только закипит, убавляем огонь на минимум и готовим под крышкой в течение 20-25 минут. Гречка получается очень сочная и ароматная. По желанию украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!